Соревнования собрали лучших молодых спортсменов Кургана и области. В турнире примут участие 21 пара волейболистов. Среди них 13 мужских и 8 женских коллективов. На первом этапе участников ожидает групповой турнир. По его итогам, две лучшие команды из каждой подгруппы выйдут в плей-офф, где и будет определен победитель. В этом году в соревнованиях не приняли участие традиционно сильные команды из Шадринска. Но, по словам главного судьи Сергея Синиченко, сильных коллективов на турнире хватает, и борьба на площадке будет интересной. В каждой подгруппе, 4 подгруппы есть пары, которые, в принципе, в прошлом первенстве разыгрывали призовые места. Они являются и претендентами в этом году, как мы считаем, на первенство. В первый соревновательный день состоялось 6 игр. Самым интересным противостоянием стал матч с участием фаворитов турнира. Пара Александр Теплоухов и Сергей Джилумбетов со счетом 2-0 взяла верх над китовским коллективом Михаила Гарана и Григория Беляева. Этот результат позволил курганцам занять первое место в своей группе. В другой подгруппе также определились победители. Алексей Мальков и Павел Бурделев заслуженно заняли первую строчку таблицы. Теперь зрители ждут полуфинальные игры. Плей-офф у коллективов уже не будет права на ошибку. Финальные матчи первенства будут сыграны в субботу, 29 июня. Дмитрий Соснов, Александр Киселев, Семен Сидинкин, информационное агентство «Курган.ру».